На круговой развязке в районе станции метро «Пролетарская» дорогу не поделили два водителя. В машине одного из участников аварии был установлен видеорегистратор, поэтому есть возможность увидеть момент столкновения. На съемке видно, что владелец регистратора выезжает на круговую развязку. В этот момент в левую часть его автомобиля врезается легковушка. От удара в разные стороны полетели куски пластмассы. Скорее всего, эта видеозапись поможет выяснить, кто на самом деле был неправ в этом происшествии. В Сарове сотрудники полиции задержали мужчину с листом цветной бумаги. Никакой ошибки не произошло. Дело в том, что в апреле полицейским поступила информация о том, что один из местных жителей хранит при себе наркотики. Подозреваемого задержали. В ходе обыска у задержанного было изъято наркотическое вещество синтетического происхождения. На наркоманском сленге этот вид зелья называется «маркой». Разноцветный лист бумаги на самом деле содержал в себе около 100 доз наркотика. В ходе исследования данные цветные изображения были признаны наркотическим средством. По данному факту в настоящее время возбуждено административное производство. Данный гражданин будет привлечен по статье 6.8 Кодекса об административных правонарушениях незаконного хранения наркотических средств. Жажда наживы или риск ради 20 рублей. Нижегородец снял на камеру регистратора неадекватный маневр водителю маршрутки. Место действия – Зеленский съезд. На съемке видно, что впереди двигается маршрутка. Внезапно слева в кадре появляется другой маршрутный пазик. Водитель, вопреки правилам дорожного движения и запрещающей разметке, пошел на обгон на узком съезде. Судя по всему, этому водителю плевать на жизни своих пассажиров. Главное – урвать лишние 20 рублей.